но, наверное, расскажу еще раз, если, конечно, захотите. А пока у нас матч на технической паузе не будет лишним рассказать, что же, что же происходит там в параллельных встречах. Фэнтези будут меситься с командой Illuminar Gaming. Собственно говоря, катка уже стартанула, счет по картам 1-1. А здесь вы видите сами, вы молодцы, умные ребята. А вот на основной линейке катать у нас будут Энц против Биг. Но... Но, друзья, мы получим награду, потому что а, Потому что следующей встречей здесь станет противостояние One Win против Cloud9 Можете ли вы в это поверить? One Win против Cloud9, друзья. Все это будет здесь. Поэтому приходите. Ну или не уходите, собственно. <клёх> С этого матча оставайтесь со мной, оставайтесь посмотреть, пообщаться. Общение в чате я люблю. Пока что у нас пистолетный на раунд, сол заезжают на Б, здесь все как бы стандартно. Дали дымы, залетели на ноге, поставили бомбу, хиты в шоке, мол, как так? Мы же сидели тренировали эту приемку Б на пистолетке all this time. А нас по итогу просто проходят на ноге. Немного неприятненько, но ничего не поделать. Пойдут на выбивание Афрейд Джока. Лучше бы они этого не делали. А мне... Ну, на самом деле наблюдая за таким, становится немного странно, потому что вы 2 в 4. Бомба стоит давно, китов у вас нет. У вас есть один не сбитый армор и второй немного сбитый, но все равно первый армор. Вы не дарите по 300 долларов противнику, вы не докупаете эти арморы в следующем раунде, то есть экономите 650 долларов. А если бы хиты хотели делать форс, то и целый косарь на не сбитом арморе. Понимаете, они именно форсы делают. И какой был смысл идти выбивать 2 в 4, терять эти арморы, дарить дополнительные 300 долларов, то есть смоки дополнительные соу, если вы все равно имели там процентов 15 на ретейк, это мне немного странно. Я, конечно, не профессиональный игрок. А, поэтому сужу со своей колокольни. Давайте смотреть, что здесь будет дальше. Хиты делают форс раунд. Что, наверное, вполне можно объяснить. Здесь скаут достаточно важно, чтобы он попал при первом контакте. Я хотел сказать телу, но так тоже пойдет. Падает Роман понимают Соу, что это не экономический раунд, хотя они к этому были готовы ни одной фармилки у Соу в арсенале не было, то есть это там три может быть у Романа четыре Галила и почти полное отсутствие гранат. Сейчас они дали необходимый минимум для того, чтобы зайти на точку. А установка бомбы и и Афра, но он же стреляет прям в туловище. Алло, с гол, Алоги и Ладно, дело не в нем, а просто в ящике, который стоит на планете. Прикольно прячется Мутирис, здесь же Верк у него на прикрытии, дым накидывается непосредственно в сайт. Верк сидит под уголком, большой опасности этот раунд для хитов на самом деле. Очень большой опасности, хотя нет, они это не справляются. Мутирис на 35 хп, он сидит прямо в пленте, бомба дефается. Мутирис вот-вот должен развернуться, китов у команды, хит нет. И Мутирис об этом знает, только начинает просто настраивать никуда. Нет, он забирает дофузищева, он забирает и второго игрока. О боже мой, о боже мой, это было... Прям красиво! Как произведение искусства. Этот раунд был как произведение искусства. Он сел в смоке, знал, что китов скорее всего не будет. И. Что это значит? Это значит, он просто выиграл раунд! Сидя в смоке! Олло! Да уж, да уж. А, такой Counter-Strike. Мы уважаем. Это уж точно. Правда ведь? Правда ведь? Что, еще один форс? Нет, калаши. Ну, ладно, калаш один от Бади, потому что он единственный, кто в прошлом раунде выжил. Ну, и, конечно же, пистолеты у остальных. 50% здесь сидящих смотрят ради Ленина, остальные 50% смотрят ради Джекса и его прохода на мажу. Да ладно, 50%! Да я надеюсь, что хотя бы 20, хотя бы 20 пришли, потому что в своем ультраклевом ТГ-канале бросил сюда ссылочку. А там же, кстати, есть и прогноз. Эксклюзивный, эксклюзивный, друзья, конечно же, для вас. Очень стараюсь я для вас. Так вот, пока я караун, то вы-то сами за кого болеете? Если по-хорошему. У Соу тоже есть довольно богатая история с прошлого РБР. Помните, они играли против аутсайдерс и вели 15-14. Остались там 3 в 2 и 2 в 1 на бомбе. И их выбил Джейм, раздефузив бомбу секунду в секунду. И после этого аутсайдерс вышли на допы. И... Ну и просто переехали Соу. Это, так сказать, ну, случилась неприятность. И вот после этой истории они поменяли состав. Вроде бы двух игроков. Сейчас снова пытаются туда пройти. Но, возможно, возможно, друзья, момент уже упущен и потерян. Что-то долго соус сидят. Я даже не знаю, чем это может быть продиктовано. Быть может, они ждут еще одного форс-раунда и поэтому так боятся. Но. Вот посмотрите, что происходит. Соу, они всячески на протяжении всего раунда давали понять, что, пацаны, мы будем заходить на Б. И, конечно, что сделали хиты? Они здесь укрепились, а мутились на потерял. Что? СОУ? Еще раз где-то минуту раунда они стояли под рампой Б. У них не было вообще никакого люрка а где-то на периметре карты. Они просто стояли и ждали. Хиты, конечно же, сюда сместились под базу Б. И, разумеется, когда у Соу закончились гранаты, они заходили там с тем, что у них осталось. Вот посмотрите. То есть это пик на минуте 30, и Соу никуда со стороны рампы не ушли. Их там было трое. Всю инфу собрали хиты, всю инфу. Складывается впечатление, что Соу, может быть, просто боятся двигаться по карте. А может быть, они Просто бояться. Но это не то, что full эко. Был калаш, были 5-7. То есть full эко, это когда у вас 5 юспов. Может быть, там одна, две флешки. А то, что было у хит сейчас, это все-таки эко, но не full. 2-1 становится счет. Давайте вообще по картам пройдемся. Это, наверное, тоже лишним не будет, вдруг. О, вдруг вы не можете зайти на сайт HLTV, например. А я такой «Оп!» и вам помогу. Соу пикнули вертига. Сами. Хиты пикнули Инферно. Третья карта даст 2. Соу причем выбирали между нюком и дастом вторым. Ну и мне кажется... Мне кажется, если бы это был э, какой-нибудь первый матч... Ну, предположим, первый матч в группе игрался бы в формате Best of 3. То, скорее всего, Соу оставили бы нюк. Я в этом не сомневаюсь. Но... Они играли нюк против Монте. И вора Тукей okay вместе с демку просто прибили их на этой карте. Вот реально португальцам нечего было показать. Там 4-5, может, 6 раундов они взяли. Ну, в общем, какие-то гроши жалкие. И на этом моменте, как э, мне кажется, соу могли потерять уверенность в нюке. И играть Dust 2 против французов это не то, что. Не то, что мы бы как доктора советовали, как доктора Counter-Strike потому что французы и даст это очень старая история. Um, пока здесь 4 в 4, как от португальцев, давайте-ка посмотрим на коэффициенты. Но это коэффициент на следующий матч, на Cloud9 против OneWin. Он тоже будет на этом канале, 1.15 на Cloud, на OneWin 5.25. О, поджима Джексон. А вот на этот матч мы сейчас тоже попробуем коэффициенты посмотреть. Надеемся, что они выведутся. Сидит мутири с эмкой. Тиммейт далековато, хочет зайти на Б. Ставит бомбу. Что ему дадут? Нет, это фейк. Он сразу понял, что лучше, конечно, щелкнуть этой бомбой, а потом щелкнуть эксесайса. 10, 9, 8 секунд до конца раунда. Килотафра, килоджока. Ну, знаете, пользы извлекли из этого эко-раунда соу много. Ну, из этого форса. Правда, бомбу не поставили. Ладно, попытка номер два. Вот, 1.44 на команду Hit, 2.78 на коллектив Soul. Наверное, это на best of 3. В любом случае, баннер под плеером трансляции. Ссылочка в описании, как говорится. Переходите, смотрите, нравится коэффициент или а не нравится, хорошая бонуска или нет. И, конечно же, вместе с GGB топовым киберспортивным букмекером поднимаетесь до немыслимых экономических высот. Как же Ван Вин везет, что три из четырех матчей попали на СНГ команду. Ну, везет, не везет, знаете. Все одни посмотрим. А Кризен то будет, он вроде указан. я не знаю. Если Айдын Турлебеков соизволит прийти на свою работу, тогда, наверное, будет. Ну, а если нет, тогда, видимо, нет. Слишком важен тренер команды Монта, чтобы приходить на какую-то там работу в мейнкасте. Ну, я шучу. Ну, как шучу? Так, по полушучу. Я не знаю, где он, честно. Я ему в ТГ написал, он меня игнорит. А Джекс. Опорничек Б. Ну, как, в данном раунде он опорничек Б. Вообще, конечно, Джекса на Б опору сажать в команде хит, это может быть не самым эффективным решением. Потому что... Потому что Джекс это мощный мужик. Наверное, один из самых старых профессиональных игроков, не являющихся капитанами в данный момент. То есть еще, например, ну там месяца полтора-два назад он играл в джиту. И тогда он был, наверное, самым, ну там точно одним из немногих вот таких возрастных. Игроков, которые не являются капитанами на просцене. Ему на минуточку 30 лет. Причем свою профессиональную карьеру в командах он начинал в 25. А мы понимаем, что это довольно поздно. да? То есть если мы сейчас видим игрока, возраст которого составляет 26-27 лет, мы такие, у, -у дед. А Джексу 30. Было, когда он играл там финалы крупных турниров. Жаль, конечно, что... Никакой чемпионат крупный на Лане. Какую-нибудь Катавицу или Кёльн или Мажорчик. Так Джекс и не выиграл за свою карьеру. Ну и знаете ли, хит это... Команда интересная, но вряд ли им Подобный успех светит Все-таки, знаете, есть команды, которым Ну, просто не дано Я не говорю, что хит из такого числа Но есть команды, которым просто не дано выиграть турнир Может быть, g из их числа Кто знает Оружейный раунд Вот ребята соу. У них опять тусовка на рампе Пока они просто ждут У хит есть концепт занимания этой позиции Сейчас афро под флешку И Он просто пикирует угу. Понятненько Это был э, отпик забери меня, пожалуйста. Ну, потому что ты открываешься под стену, флешку тебе не дают, у тебя огромный ствол. И, знаете, в основном это хорошо, наверное, но в данном случае, в данном случае его было видно из-под стены. И, конечно же, игроки команды Соу на это среагировали, то есть это был абсолютно... Абсолютно подарочный халявный фраг для португальцев. 5 против четверых. Такая ситуация на карте. Джекс идет в спину. Конечно же, он не чекнет лево никто эту позицию не проверяет. Потому что здесь обычно никто не сидит, но в данном случае Сол на оружейном раунде показывают свое превосходство. Хитам нужно действовать или умнее, или более закрыто, потому что если они продолжат в той же манере, то, конечно же, Сол их просто сотрут в порошок. Абай еще. Ну, Абаю... Абай не 30, по-моему. То есть, ну, поймите, 27-28 лет сейчас таких игроков довольно много, но как бы 30-ка... 31. И игра на высоком уровне. Таких игроков в большом количестве мы, наверное, не найдем. Забирает Exercise Мутириса. С другой стороны, дает себя обнаружить. И тем самым, возможно, да, его уничтожат. Выпад от Джаста на Exercise. Счет становится 3-3. Сообщение в чате. Джекс и так везунчик отчасти, хотя бы потому, что ему предоставился шанс поиграть на Тир-1 с грандами КС, причем довольно продолжительное время. А то, что не выиграл ничего особо, ну, бывает, Ван Блейд тоже ничего не побеждал, а сейчас с нами. По факту, по факту. Ну, да, Джекс отчасти везунчик. А отчасти... Отчасти нет, потому что, ну, его же не держали в команде, потому что, там, из жалости. Его держали в команде, потому что хороший это игрок. Действительно... Мощно он выглядел и по морали. Был когда-то, ну не так давно, опрос, и у профессиональных игроков спрашивали, кто самый веселый плеер на сцене. И большинство, даже из других коллективов, не из джито, ответили, что это Джекс. Джекса когда-то кикнули из команды, а потом вернули, и вместо него кикнули Кеннеса. Остались без Авика просто ради того, чтобы играть с Джексом, потому что вот настолько он был важен для своей команды. Вот настолько. Так, ну а пока... Ну, знаете, инициатива от Хит очень неудачно выглядит во многих моментах. Например, в прошлом раунде поджим со стороны рампы закончился очень неприятными моментами. Сейчас выпад на рампу Б тоже дарит эндрифраг коллективу Soul. Правда, Хит продолжили свое давление и... Со второй попытки рампу А задушить им все-таки дали. Там они нашли размен. Все равно не бог весь что для хит, но хоть что-то. Раскидка пошла на Б. Здесь четыре игрока будут играть через подсадку. Позицию хит очень далекий явно на запуске явно с расчетом на то, что Джек свой фраг даст. Он играл второго Ави. Некогда, так что с АВП знаком не понаслышке, не замечает он, правда, ящик здесь грамотно. Роман воспользовался а, таким своеобразным ванвейчиком, Ну и сыграл под это дело. Другое дело, что Роман красный. Хотя плевать ему на это, стрелять в голову это главное правило counter И этим правилом Соу руководствуются, благодаря чему выходят на ситуацию 2 в 1 и оставляют Афро вкладчики довольно непростом. Замечает, не замечает Афро сайт. Сейчас увидим. Потому что этот фраг ему сделать нужно. Киты должны неподалеку где-то валяться. Открытие. Проверка сайта. Один в один. Понимает Афра, где последний. Время все еще позволяет ему эм, растанцевать вокруг плента. Нет, он не понимает. Он думает, что соперник ушел на рампу. А, бомба начинает уже давить на нервы. Вверх. 34 хп остается. Трипл килл в раунде. Соу и это ухитрились разрулить. 4-3 счет. И вот это уже... Знаете, Соу пока выглядит как коллектив. Более дисциплинированный, нежели э, хит. И в доигровках пока смотрятся они мощно. Настолько французы опешили от того, что только что случилось, что даже взяли паузу. Первую паузу над деньгами нужно подумать и подумать серьезно. Зачем пушили, можно было дождаться третьего, пишут. Но иногда ответа на такие вопросы просто не существует. Так, инцы против бегов ведут 6-2. Там карта додаст 2. Что-то у бегов не получается. Фэнтези летят 1-9 против Иллюминар. И походу мои прогнозы горят огнем. А жаль. Блин, серьезно, 1-9. Фэнтези летят 1-9. Жаль. Очень жаль. Еще и на своем пике на карте додаст 2. Очень жаль. Смотрим дальше, друзья. Счет 4-3. Экономически от команды хит. А что же там в чате пока происходит? Вы не стесняйтесь сюда, пишите что-нибудь. Я читаю, рад с вами всегда пообщаться, поразвлекать вас, так сказать. Пишут, что ты так, кстати, не выставил свои предикты в ТГ. Как это не выставил? Конечно, выставил. Ты просто недостаточно внимательно смотрел. Можешь пойти и посмотреть еще раз. Мои предикты есть вот на эти матчи, которые идут параллельно. Джек сейчас делает свой килл. Но надо все делать осторожно. Ну, да, с двух тычек забирает. Не мог он позволить себе идти и раздумывать над ножом, потому что противники уже дышали в затылок. Всегда есть риск, лучше подобрать АК-47. Движется Мутирис по центру карты. Стреляют хорошо, Соу. Видят противника, и все у них залетает в голову. Посмотрите даже на этот эпизод. Мутирис хлопотал по каске. Дальше было еще несколько попаданий, и все равно старина... В прямом смысле слова старина, уж поверьте выкрутился. Ставится бомба и всего лишь одна потеря. Как раз таки та, которая была инициирована Джексом. Костя мастер прогнозов уже 10 спорткаров проиграл на его предиктах. Да, но ведь дело, как сказать... Дело ведь не в том, зайдут у тебя большинство прогнозов или не зайдет. Дело просто в фане. Это фан. Have fun. А вдруг однажды я угадаю все, просто все матчи игрового дня. Я думаю, вы все согласитесь, что вот идет RMR, и команды здесь очень разные. Команды, по которым много информации, или практически нет. Коллективы очень высокого уровня, или которые наход да, там, находились на дне до прохода сюда. И множество Best of One, более того, в предыдущие игровые дни, накладывает большие ограничения к возможности для анализа хотя бы какого-то. Имею в виду, что проанализировать вы можете открыть ХЛТВ и понять, да, что эта команда фаворит матч это аутсайдер. Но все это цифры до встречи. А когда она начинается или тем более заканчивается, расклады могут быть совсем другие. Очень тяжело... Очень тяжело, руководствуясь логикой, делать такие прогнозы, делать такие предикшены. Закрывая Джока двоих на центре, по-моему, первый раунд, где соу на оружейном решили центр карты использовать для прохода. Ну, у них там были позиции там под Б, под Аром пой. В принципе, заимея за не центр, могли бы обеспечить себе сплит. Но там их закрыл Джока. Отфармился калашом. Так, это что было сейчас от стори? Он хотел выстрелить и не выстрелил. Дернул так, знаете, прицелом. Странноватенько. А Джока уже на респе. Информацию, хит по карте собирают изрядную. У Афра 16, у Джока 7. Джока все-таки пошел проверять Б. Сейчас а, опорник Джекс, который за центр отвечает, должен на уходить. А Exercise должен рокировать его конкретно под рампой Б. То есть инфа по карте собрана, и я не знаю, что Сол в этом раунде может светить. Опять же, подвижность которую демонстрируют игроки обороны позволяет им своевременно собирать качественную информацию по карте и отталкиваясь от нее принимать решения. Более того, со... ого, ого, они такие, они такие умные! Но это не сарказм, если что, это реально было очень умно. Они пришли и проверили респу, увидели там чувака, позиция которого была идеально против всей базы Б. Но не идеальный против этого прохода, я не уверен, что даже у него есть название, если честно, в, в любительской среде. Просто потому, что оно не используется никогда. Но несмотря на это, соу поняли из-за наличия здесь люрка, что они, в принципе, были прочитаны, и ХП у них немного, и надо досейвить, то есть здесь они тоже принимают решение абсолютно здравое. Пойти и засейвить свои девайсы к следующему раунду это очень умно. А с вашей стороны было бы очень умно зайти на сайт Cover.gg и проверить э, статистику. Ведь отталкиваясь от нее, вы можете э, написать намного более точные прогнозы, нежели ха, те, что больше похожи на шутку, которую я выкладываю в своем телеграм-канале. Приходите, приходите туда. Кое что думаешь по поводу пика Инферно от хитов? Ни одной карты не взяли как-никак. Пика Инферно от хитов? Что я думаю? Сейчас расскажу, что я думаю. Потому что пока Соу думают, что зайти на Б неплохое решение. Джаст, правда, понесся чересчур далеко. Хотел, наверное, взять... Эм... Насколько композицию, которую XSI занял, это девятка. Сделать этот килл сразу, остаться в большинстве. Ну и как бы если ты в большинстве на бомбе 4 в 3, то это победа в большинстве случаев. А так все-таки придется еще немного поместиться. Вопрос в том, как сыграет Роман. Он на центре карты, и это красивый люрк, надо отметить. С другой стороны, инфа теперь ухит какая? А один в спине, значит, можно побыстрее пойти и попытаться выбить эту бомбу, пока люрк не вернулся. Разводит стори на выстрел. Килл есть. Эвьер падает. Минус от Стори в ответ. Фраг от Стори номер два. Его забирают один в один. Понимает Афра, где противник. Противник на девятке. Бомба просто дефается. Роман, выход! Не перестреливает его Афра. Красава, Роман на 8 хп остался. И вам, уважаемый чатик, вопрос. Если бы бомба дефалась до конца? не, не так. Если бы эм, Афра перестрелял своего противника, успел бы он обезвредить бомбу до конца? Вот так вопрос должен. А, вот так вопрос должен выглядеть. Что ж. А методом демократического анализа мы сделали вывод, что он бы не успел. Хорошо. Почему он стоя дефол Это вопрос, дорогой друг, который останется в вечности. Седьмой должны забирать сол. <coughs> а пока что попытаюсь ответить на вопрос, почему хиты выбрали карту, извиняюсь, The Inferno, на которой их винрейт составляет 0%. Почему? 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 Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Они проигрывали Blue Jays, они проигрывали Маус, Астралис, Бейтам на открытой квалификации. Почему из всех карт они решили взять именно Инферно? Ответа у меня нет. Может быть, они мне настолько уверены. Или, может быть, решили, что... Знаете, тут еще какая логика может быть. Чем шире и продолжительнее твой лустрик или винстрик, какой угодно стрик, тем э, в каждом следующем случае... Вероятность того, что этот стрик будет продолжен все ниже и ниже. Понимаете, да? Потому что. Э, сейчас здесь экономический раунд хиты могли бы взять. Бомба уходит на Б. Вот, например, если вы подбрасываете монетку, и шесть раз вам падает решка. Вероятность того, что э, в следующий раз тоже упадет решка. Ну, 50%. Сейчас. Ой, промахивается стори! Я остановил свою историю, потому что от этого кила зависело многое. Ведь у Бади есть армор. Да, у Джекса его нет, но Джекс будет прикрывать. Дается фейк. Джаст открывается. Пикает. На него выпадают парна. Бади перестреливает. Эка раунд берут хиты. Подбирается АВП. Хит все еще в деле. Пятый раунд они забирают себе. И пока коллективы реально достойны друг друга. Месились, ребята, на. Точке Б. В постплен ситуации, конечно же, у Соу были хорошие шансы. Но а, из-за того, что португалец доигрывал один, против двоих выбить его все-таки удалось. Счет 5-4. Так вот, продолжу свою мысль. А, продолжу свою мысль. Вероятность того, что на седьмой раз выпадет там брешка или, рел, а, или орел, что я говорил. А, 50%. Но вероятность того что а, стрик будет продолжен уже не 50%. Понимаете, о чем я? То есть вероятность того, что вам упадет решка 6 раз подряд, она не 50%. А вероятность того, что она упадет 7 раз подряд, она еще ниже. Вот так вот. Поэтому, возможно, а, к чему я все это говорил? Хиты отталкивались как раз от этой логики. Вероятность того, что мы проиграем инферно пятый раз подряд, очень низка. Как-то так. О, да, становится все больше. Очень рад вас приветствовать, дорогие зрители. Счастлив. Безмерно счастлив, что вы решили провести это утро, этот день со студией Майнкаст. Всем огромный респект. 6-5. Стори, стори. А, квиз. Квиз в чате Твича. Профессиональный игрок в прошлом тир-1 Counter-Strike, который больше и чаще всех использовал сейвитов. На размышление вам дается 15 секунд. Сейчас посмотрим, реализует он его. Да, плюс 900. Все, он уже окупил этим фрагом тот сейвитов, который закупил. Ой, какие у меня в чате молодцы, умняшки. Э, Ферсак написал, что это GV. Ферсак был первым. Самое интересное, что это первое сообщение от пользователя в чате. Отвечаю, конечно, это был GV. чертов в GV, еще во времена Коблстоуна. Постоянно дропался в дропрум и... Э, или, например, на верх-низ на карте The Train с этим сейви Так никто не делал, кроме GV в тот момент. Потом пытались косплей, но ни у кого не получалось. И иногда даже делал грязь спрашивают, можно вопрос, за кого вы болеете? Конечно, можно, дорогой друг. Я болею за Украину. И мне очень хочется, чтобы Украина поскорее победила. И мы пришли к мирной жизни, чтобы все аннексированные территории вернулись к Украине и все жили как раньше. Или даже лучше. Заход от Соу на точку Б. Достаточно резкий. Опять-таки здесь в прямых перестрелках у них все получается. Ситуация 3 в 3. Они уже на точке. И снова, что мне нравится, у Соу есть люрк. Джекс этого ожидает, но он же не будет тут сидеть вечно. Хотя, по-моему, вычисляет он непосредственно, непосредственно вверх, подсадку. Ну, делал это не, неаккуратно. Снова Мутирис переигрывает мидл. Но в целом Люрк переигрывает. Что-то тут Афра, по-моему, отрелоудился. Успел на него Мутирис реагировать. Что вообще делают хиты? Какая-то, знаете, вот неосторожность есть в их действиях. Реально неосторожность. Брак. Я бы это назвал. Все, время потеряно, времени мало, счет 7-6. И я бы сказал, что намного более дисциплинированно выглядит игра команды Soul, нежели у хитов. Именно дисциплинированно. У хитов есть брак в действиях. И это. И это хороший. Это хорошая черта для команд, которые хотят проходить дальше. Все-таки э, здесь у нас команда со статистикой 0 побед, 2 поражения. А это значит, что назад уже дороги нет. Нужно выигрывать или сейчас, и потом еще два best of 3. Или проигрывать сейчас и никуда не проходить. И сегодня точно одна из команд не выстоит. Я, конечно, поставил на хитов. Больше отталкиваясь от тега, от того, что я от Сол увидел на карте Денюк. Но теперь, глядя на игру, если так все и продолжится, то, возможно, ни один из моих трех утренних прогнозов не зайдет. Семь шесть. Джаста нашли, подорвали мидл. Хиты неплохо читают. Направление, в котором двигаются соу. Красивый. Снова еще одна фишечка. Вот не просто так они пикнули карту вертига. Видите, есть что предложить ребятам. Запирают, причем они левую часть мидла и сами идут в этот дым. О боже, какой необычный Counter-Strike. Здесь, конечно, бади. Вот Бади как раз не зафокусили, сами допустили эту ошибку. По итогу, да, подставились. Соу ничего не скажешь. Но оцените масштаб придумки. Вы идете на центр, через ранбуст, на ящик, минусуете ничего не подозревающего игрока хит, то ты понять ничего не успел. Дальше запираете а, левую часть, то есть вражеский респаун. Таким образом, делая имитацию, что вы идете направо, значит, на точку А, что у вас есть игрок под рампой, например, который будет или люрковать, или, например, уже там. Если защита не жала рампу А, она не могла бы об этом знать. А сами вместо этого идете в свой же дым. Это очень необычно. Но не сработало. И на последний раунд ушел с экономикой все так себе. Они идут на рампуа. Здесь плюсовый размен находит для себя хиты. Два против четверых. Все-таки первая половина хитами, наверное, выиграна будет. Ну, снова, как свободно играет Афра, я не понимаю, почему. Возможно, из-за того, что 4 в 2. Возможно, это даже не минус. То есть хит хотят лишить себя лишнего прежура, лишнего давления. И таким образом как бы расслабиться. Раз... Не то, что расфаниться. Ну, просто не давать себе возможности запереться. Однако мы смотрим за профессиональным Counter-Strike еще и в рамках РМР турнира. Так что каждая ошибка может стоить вам турнира. И, возможно, хит за годы существования своего состава так это и не поняли. Поджал у нас Джока. Важный, возможно, ключевой фраг дает в рамках этой половины. Минусит отходящего Джаста. Джока при этом решает перестраиваться. И у нас ситуация один в один. Так, смотрим за Мутирисом. Счастливо ущипнул себя. И шифтом пошел на базу Б. Здесь надо эксосайсу еще угадывать. Видно, что он несколько потерян. То есть вообще не понимает, что его противник мог бы делать и куда пойти. Вычисляет респаун, хотя тайминг ну, такой, что в респе делать на самом деле Мутирису нечего. Теперь Молотов, и это уже дает понять Exas, что к чему. Его позиция полностью читаем. Он еще и начинает топать. Мутирис его видит. Палится. Установленной бомбы нет. Попадание по нему. Мутирис дает фейк. Эксасайс открывается. И Мутирис берет этот раунд. Трипл килл в его исполнении. Было видно, насколько Exos на самом-то деле переживает. И виноваты сами хиты. Проиграли раунд 4 в 2 тек найном. Они проиграли раунд 4 в 2 с тек найном. И абсолютно заслуженно, потому что мы видели, что вытворял вообще Афра, который стоял на рукаве и просто стрелял из дигла в дым. Ни по кому не попал, никакой инфу не собрал, а потом начал релоудиться и позволил теку себя пропушить. После этого все пошло, конечно, не по плану, странненько. Очень странненько. Друзья, перед тем, как я уйду на перерыв, не лишним будет напомнить, что война продолжается. Российская Федерация развязала войну братоубийственную, человеконенавистническую против суверенного государства Украина. Мы, студия Майнкаст, совместно с сервисом Донателло собираем средства на помощь вооруженным силам Украины, нашим защитникам и мирным жителям, которые в результате этого ужасного... Да уж, после того, что позаливали хиты, верить в них в рамках этого матча достаточно непросто. И тем не менее мы возвращаемся сюда на РМР Б. Отборочные к главному чемпионату по CSGO целого полугодия. На отборочные к мейджору это лан отборы. С вами студия Майнка с Лениной Вид, да, Кинг и... И все, я здесь один. 8-7. Именно таков счет первой половины. Хиты на самом деле, последний раунд подзакинули настолько масштабно, что теперь, я уверен, «Соу» по а, моральной составляющей будут далеко впереди. Вот и посмотрим, прав я или нет. Пока что... А, пока что более стандартная пистолетка, нежели ту, что показывали «Соу». Хиты идут через рампу на точку «А». а позицию «Соу» глубокие на непосредственно пленте, а вот рука укреплен дал беретами. То, к чему должны быть готовы команды в 2022 году, беретки в мете. И для такой позиции работают хорошо. чтобы пытались сделать хиты, дернуть плечиком. Сбить спам Ну, потому что первые пули у дуал берет довольно точные А вот дальше все очень плохо, но план у них не сработал. Бомба они, конечно, поставили, а значит, сумеют закупиться в следующем раунде, если захотят. Но в целом, Соу so и эту пистолетку выигрывают, забирают ее в свою пользу. Счет становится 9-7. И коэффициенты. Посмотрим, что же предлагают там наши друзья сайта RGB. 1.84 на хит и 1.96 на команду Soul. Вы же не забывайте про баннер в описании. Он приведет вас к бонусу. А бонусы это всегда хорошо. Здесь уже, правда, кэф изменились. 1.93 на 1.86. Единственное, я пойду на сайт GGBet. Сейчас попытаюсь понять, это на карту или на Best of 3. Это на Best of 3 коэффициенты выводятся. То есть они просто равны, потому что, наверное, по ходу этого матча несколько равные команды. А пока действительно форс раунд разыгрывают хиты, делают свой стартовый фраг. Уже Роман как-то по одному ходят, французы очень просто выглядят килы, которые делали Соу. три против пяти. И я уже начинаю немного немного переживать за болельщиков французской команды согласен с одним из пользователей в чате. Чувство, будто хиты не проснулись. А может быть, может быть, они даже и не спали. Это, наверное, еще печальнее. У хитов нет фанатов. Как это нет? Хотя, знаете, вот вы не поверите, пока ситуация 3 в 5, я ехал сюда на работу, на самокате, кстати, и размышлял над, э, над этим матчем. Ну, я размышляю над матчами, которые комментирую, для того, чтобы мне было что рассказать. И я вот ехал, значит, на этом самокате, у меня играл какой-то польский рэп в наушниках, и я думал, вот есть ли действительно в нашем регионе настоящие фанаты, там, хит или, например, команды Soul, то есть человек, который приходит на каждый матч, или португальцев, или французов, это не важно Сидит, возможно, даже в их мерче и болеет. Говорит, давай, XSS, давай, Афра. Следит за ними в социальных сетях. Там пишет что-нибудь, связывается с игроками. XSS! Трипл килл. Заезжает в точку. 13, 12 секунд. Пытается стоить бомбу. Ему мутилис не позволяет это делать. Очень важно, чтобы тиммейт обеспечил прикрытие. Бомба все-таки стоит. Есть инфа по хедшоту. Это Афра. И сейчас может залететь месть. Месть за предыдущий, последний раунд первой половины, который Хит так бездарно проиграли. Однако XSI все-таки задергали. С другой стороны, у Афра сотня хп. А вот армора нет. У него сотку он в кого-то инвестировал. Бомба уже обезвреживается. Накидывается смачок. Афра своего противника не перестреливает. Как бы я не пытался нагнать... Как бы я не пытался нагнать интриги, как бы хит не пытались грызаться в этот раунд, опять-таки, все, что они извлекли, это бомба. Выживало у Соу два человека, и делать, наверное, бай было бы здесь непростительным риском для команды хит. Скорее всего, они сделают эко. Эх, а было так? Недалеко. Не скажу, что близко, но недалеко. Костя осознал, что его все равно никто не слышит и начал травить свои байки. Нет, но ну это же не байки, это... Это размышление про Counter-Strike. Мы видим здесь все фанаты Counter-Strike в той или иной мере. Соревновательного, любительского, там, матчмейкинга если у вас специфичные вкусы, например, да, но мы здесь фанаты Counter-Strike. А. И я действительно задумался, а есть ли фанаты хит или соу? Ну хотя бы один. Вот реально хотя бы один, который приходит на трансляцию, и он фанат. Как там, фанаты Нави, например, или фанаты кого-нибудь еще. В общем, если есть, напишите об этом, я, может, возьму у вас интервью. Есть 7. Бай, у хит все-таки есть. Ладно, тут я ошибся. Да, действуют они рискованно. Хотя, наверное, лос-бонус у них какой? 7. 8, 9, 10. То есть 1900, 2400, 2900. То есть 3400 они получат за поражение. В его случае, в этом раунде. Плюс бомба. То есть закупиться еще смогут, если донесут если донесут пакет до точки. Но! для таких раундов нужна идея. В чем заключается идея хит? <coughs> это очень важно. А, ну, такой массовый выход на рампу. Здесь с двух сторон играли португальцы. Открытая позиция на кране. Позиция на рукаве. Вычисляет Роман рампу. Накидали ему пару флешек. Контроль смоков. Здесь вста... О, это фрифраги должны быть. Или нет? Нет! Даже не посмотрел Роман под смачок. И сейчас бы Вера забрать. Но Вер и свой фраг дает. И смачком отзонился. Правда, сделал это слишком очевидно и позволил Джока себя подпикать. 4 против троих. Нужно опасаться за спину. Ну, я имею в виду, мы видим, что спины здесь нет. Но если хиты тут осмотрят, тогда это говорит о них <coughs> кое-что хорошее. И грамотная пауза выдерживается французами. Они заставляют Соу усомниться в направлении атаки в сторону точки А. Они заставляют думать португальцев, что может быть это бай. Посмотрите, пауза срабатывает. Два португальца уходят на б Один из них смотрит центр. Второй смотрит на непосредственно точку. А в этот момент начинается массированная атака гранатами на плент А. Как принимать этот заход? Сказать изрядно-таки непросто. За 10 секунд до окончания раунда Джока начинает установку своего пакета. И все-таки этот бай от французской команды себя, по всей видимости, оправдал. Ни одной гранаты нет на выбивание этого пакета, да и денег нет. И снова решение, которое мы уважаем. Готовь, Сани, летом. А девайсы на сейве. 10-8. 10-8 и хиты показали довольно интересный раунд. Интересно он был почему. Двигались на рампу в пятером, сработали через подсадку, уверенность в действиях и никакого обмана. 10-8. Что же, что же происходит у нас в катках не столь интересных? Беги провалили свой даст 6-14. Фэнтези до они же 1-9 летели. Фэнтези до во второй половине 11-12. Там счет, ну ничего же себе. Воу. Мое уважение. 1-9, пацаны, летели. ММХ. Мой хороший друг запустил тем временем челлендж в чате чтобы он немного ожил. Ничего же себе. Модераторы не Как же так? Столько банов раздать рука не поднимется. А -а -а. А нас все больше и больше здесь становится. Рады счастливы всех приветствовать. Последний бай для Соу. Возможность выйти на временную ничью для команды Хит что, конечно, было бы не лишним. Сейчас они оставляют одного эксцессаиса под рампой Б. Ну, а сами ждут, возможно, поджимов. Но Соу so, пока что э, в них не ввязываются. Костя, как думаешь, если Екиндер перейдет в Cloud9? Станет ли эта команда одной из трех сильнейших? Отвечу на этот вопрос после раунда. Хорошо. Подумаю немного и отвечу. Снова-таки пятеркой движутся хиты через рампу вычисление подсадки здесь пусто, но где-то, где-то ведь должна быть засада, какой-то подвох, какой-то обман у Соу. Не могут же они играть, ну, просто, типа... 2-1-2. Вот мы стоим. 2 на а, центр. 2 на Б. Все, это наш дефолт. Это на самом деле может быть даже и хуже обстоят дела. Ведь у Соу на точке нет никого. Нам показывают гранаты от третьего лица. И здесь Респект об серверу, потому что он продемонстрировал, что здесь настолько никого нет, что молотов горит одиноко. И смоук, два смока, которые дали хиты, заперли практически практически всех игроков команды Соу. И снова, кроме сейва, им ничего не остается. В общем, понятно здесь, ä, понятен здесь план. Соу делали ставку на Б-базу плюс мидл. То есть они закрывали, по сути, две точки из трех на карте, которые хиты могли бы использовать. Это имело смысл, ведь в прошлом раунде хит что делали? Так же, как и в этом, пятеркой двигались через, э, через дрампу А. Так что Соу подумали, сейчас направление будет иное. Но данная ставка не сработала. Проиграли Соу немного. Кроме самого раунда, потому что у них под сейв четырех девайсов, это вполне окей, сейчас они могут закупиться еще раз. Что касается Екиндера e в команде Cloud9, это очень структурная, очень тактическая команда. Мне кажется, и я об этом говорю постоянно, что Ликвид сейчас, в данный момент для Екиндера, e это лучшая команда на Земле, которую он только мог бы найти. Я искренне так считаю. Ему не нужно никуда уходить. Ему нужно сидеть в ликвид, и он обязательно будет выигрывать турниры с ней. Почти наверняка. Почти наверняка он будет. Э, почти наверняка. Он очень-очень э, подходит. И ликвид, и ликвид ему подходит. Он, по всей видимости, нашел общий язык. Смотрим. Кавьер, найдет ли общий язык. Неважно. Тут роман находит Афра в уголке. Афро просто сидел и ждал, пока, честно, его игра не сильно-то меня впечатляет. А Эвир остается здесь же. Вера ведь так и не полили. Ведь фраг сделал не он. Джока нашел Джаста. Там была такая легкая проверочка рампы. Бэ не дожимает Мутирис. Один человек вскрывает целый плент. В настолько важном раунде. Джока молодец. А Вер движется в спину. И может быть даже успеет пройти незамеченным. До того, как спина будет смотреться. Ставят бомбу хиты. И может быть снова сейф соу. -so? С одной стороны, с точки зрения там рядового зрителя какого-нибудь... Калаша с венками. Выглядит странно. Как эта команда в матче на вылет с РМРа сейвит уже три раунда подряд. Другой, а с другой стороны, например, Астралия смогли себе позволить делать это семь раундов подряд иногда. Потому что, ну, экономика просто очень важна в этой игре. И если у вас есть возможность, если у вас есть гандикап раундов, и вам э, не нужно с шашками на голо, нестись и выбивать пакет, потому что иначе вы проиграете раунд, тогда порой лучше действительно засейвить. Возможно, эти две МК сейчас позволят выиграть раунд 2К Форс. Что происходит в матчах? Так, 15-8. Энс ведут, наверное, в бегов уже поверить тяжеловато. И 12-12. 12-3 за сторону. А кто же? Кто же был там главной звездочкой? Маден, Снэппи. Снэппи молодец какой. Унес Тапсона просто. Что Кримбона на карте нет. Син так себе. Кита 12 на 20. Да. А мне так хотелось верить в бегов. Так хотелось, дорогие зрители. Друзья, тут, такой, тут такая новость есть интересненькое. Дело в том, что в расписании сегодня стоял Кризен, и я на начало карты его, ну, немного потроллил, да, что там проспал все дела. Но оказывается, Айдын Турлибеков улетел на РМР в Ду... Ну, он улетел на РМР на Мальту, сейчас он находится в Дубае, ему дали визу, и значит, он сейчас со всех ног несется к своему коллективу, чтобы как-то им помочь. Так что давайте, ну, во-первых, я принесу свои глубочайшие извинения за тот троллинг, который я позволил себе в адрес многоуважаемого тренера команды Монте. А во-вторых, пожелаем Кризану и его коллективу удачи в выступлении на этом РМРе. Пошел поджим со стороны РАМПБ. Все еще от команды СОУ. И вот, вот о чем мы говорили. Использование двух эмок, использование грамотно. Джексон здесь подгорел. Он, наверное, думал, что сумеет пройти через этот молотов, и ему будет удобно. Ну, то есть, такой фактор неожиданности. Потому что, если там горит молик, Соуни не ждут, что кто-то появится в девятке. Джекс появляется там, дает свой килл, и вот уже вроде бы 3 в 3. Ну и так, можно. Эксосайз выждал, высидел центр карты. Минусанул здесь Джаста. Бади топнул, это не важно. Стори оказывается на позиции Б планта. С под высокого ящика просматривает непосредственно яму. Бади движется. Он заметил тройку? Потому что он, конечно, и сайт вычекивает, но, по-моему, а его главной задачей будет как раз-таки тройку и забрать. Да, хорош, Бади. Он или увидел, или у него проснулась чуйка со времен команды G2. Я бы поставил на первое. Один в один до... остается доигрывать Ивьер. Делает первый, второй фраг и Джекс. Вот это Джек Спик. Когда-то я готовился к матчу, вы таки не поверите, но когда-то я готовился к матчу. Джату с кем-то играли, и я увидел, что у Джекса процент хедшотов был под 70% за три месяца. Под 70. Под 70. Стрелять в голову — это его сильная сторона. Это... Это его конек. Здесь это способность его не подвела. Ленин, скажи, пожалуйста, какой тренер бы сейчас подошел фнатикам на замену Кейты? Какой тренер? О, сложно сказать. Дай-ка я подумаю над этим вопросом. И когда здесь будет экономический раунд, расскажу. Потому что здесь 11-10. И сам по себе раунд довольно определяющий может быть. часовая экономика слабая. Ухит, ну, все-таки посильнее выглядит. Да и вообще хит пока впереди по шансам, как мы видим. 11-10. Раунды в атаке набираются стабильно. Афро простреливает уголочек, но там никого нет. Знаете, простреливает этот угол постоянно и частенько по кому-то попадают уолбэнгами. Но фраг я видел там буквально один-два раза, который осуществлялся бы подобным образом. Подходят к рампе игроки команды Хит. Сидит вверх. ER. Он собран. Он вверх. ER. И он делает килл. По нему попадают сколько? полтора раза где-то, да. Учитывая прострелы. Легкий минус. XSA сейчас даст размен. Да. На перестроении, на перегруппировке он ловит мутириса. Вверх чувствует, что одного фрага недостаточно, что противники сейчас будут со стороны рампы уходить. Палится сам, палит этот отход, но и хиты-то понимают, что о них прекрасно известно. exercise, Красивейший выпад на коннектор. Делает свой фраг номер два. Немного не дожимает по третьему. Очень важна работа Джаста. Он должен сдержать натиск атаки на базу Б. Афра его разменивает. 9, 8 секунд. Промахивается по девятке. Мистер Афра, он остается 1, 2, 4, 3, 2, 1, все, раунд ему никак не взять. Сейчас после времени таймера его, наверное, заберут. 1, 0, на него наскакивают. Это Роман, И он расстреливает просто в упор мистер Афру. у него остается 2, 600. Все еще хит имеют возможность закупиться, но, конечно, ходили соу по тонкому льду. Однако справились, счет 11, 11. Прекрасно. Мы видим полноценную конкурентную довольно впечатляющую и красочную игру. Биг проиграли первую карту на с начала прогноза. А, да, друзья, самые точные прогнозы у меня в телеграм канале, не забывайте об этом. Самые точные выстрелы у Стори на снайперской винтовке. Свой фраг он дал. Так что подписывайтесь на Стори в ТГ, но если у него нет ТГ, то подписывайтесь на меня. Последний бай для хитов. Уносит Джока Джаста просто вперед ногами. Прострел тут схлопотал. Неприятный. 4 в 4. Хиты сидят на рампе Б. Прям в четвером. Они решили э, все-таки быть более уверенными, более прямолинейными в своих атаках. Очень странное открытие от эксесайса. По-прежнему Джока разносит кабинеты, есть у соу-контр-меры в виде неплохих гранат, которые нормально вообще-то используются, Джока на 19% здоровья, Соу сейчас будет выходить вперед. Все, я даже не знаю, или у хит закончились идеи, или они решили, что подобного плана планы сработают. Я имею в виду, вы подходите к рампе Б, а? Никакого элемента фейка нет. Стоите там, даете противнику понять, что да, действительно это будет Б. Позволяете им сместиться в большинстве, только после этого даете раскита, заходите. В чем здесь план? Сказать сложно. Нам нужен какой-то эксперт. А у Ленина никнейм всегда имел приставку Да Кинг. Конечно, конечно, Ленина и VTV Ви Да Кинг. Еще там бэнг-бэнг должно быть. Наблюдаем за эко раундом. Здесь 13. -й. Действительно, беги проиграли. А, что касается фэнтези, фэнтези от с 1-9. Какие просто молодцы! С 1-9 откамбэчили. Ай да топа, ай да молодца! насколько приятно все-таки болеть за украинские команды. Здесь на РМРе за украинских игроков, потому что они здесь есть. Не хватает только Фира. Очень не хватает. Фирчик, Родион, нам тебя не хватает. Пройди, пожалуйста, с Benched Hero в следующий раз. Очень будем тебя ждать. 13-11. И что-то мне подсказывает, что победа Соу здесь все-таки ближе. Наверное, тот факт, что они на два раунда впереди, а Основной период времени карты уже движется к завершению. Да и идей на хиты как-то откровенно проседают. Я бы сказал, что возможно, идей на карте вертига у них не особенно-то и много. Ну а следующая карта до Инферно. И винрейт хит на этой карте, которую они выбрали сами, составляет целых 0% за последние 3 месяца. 4 карты они сыграли, 4 проиграли, и пикают ее в матче на вылет в best of 3. Авьер сейчас будет пикать из рукава. Его в фокусе Джекс. Нужно фокусить и цемент, или сэндбокс по-разному называют. Здесь сидит Роман. Опытный человечек. португальской сцена Counter-Strike. Два игрока хит тем временем. Будучи в большинстве, выходят на мидл. Стори смотрит проход в 9. Конечно, должны этого ожидать. Авик, по-моему, не палился. Ну и диапазон использования АВП. Если его не было на рампе ранним, на ранних этапах, сильно сужается. Мутирис. Ну, позиция на фраг минимум. А может и на 2. На 2 вообще легчайше. Занимать ее почаще. Вот из коннектора, как этим бедолагам выйти, сказать тяжело. Just один. Пойдут ли на него? Учитывая, учитывая, что на самом деле уже два фрага пода было. И одного только забрали на Б. То есть понятно, где находится последний. Имеет ли смысл на него идти? Нет, нет, никакого. Умные игроки мыслят одинаково. Я умный игрок, плюс чад, если я умный игрок. Бадюш точно умен. Бывший игрок коллектива g заходит на пустой плент и смотрите, как ставит бомбу. Под Вражеский рез, потому что именно там сидят его тиммейты из коллектива хит. Максимально неудобно будет Джасту здесь рожаться. А тут еще и на ладер Exercise. Спрашивает Джаст, что ты здесь, черт возьми, делаешь? Ты же должен быть на бомбе. Просто... Просто мрак. Э, а что так много минусов в чате? Камон, соберитесь. Просто соберитесь. Ну, молодцы, французы. Показали достаточно интересный, многогранный раунд. Решения по его ходу принимались. Хорошие, плюсовые, правильные. Могу только... Ну, до аплодисментов дело еще не дойдет, но респект выразить, конечно, могу. Матхинд. Тренер, который сам бывшим был проигроком, играл за LDLC. Как минимум. Комментировал я некоторые его матчи, некоторые турниры. Запомнился он мне тем, что. На самом деле ничем особо не запомнился, кроме никнейма и тем, что играл в LDLC. Но теперь он тренер, и хотелось бы э, верить, что его опыт будет для команды очень полезен. Почему Соу называют испанцами, если там пять португальцев? Не знаю, их португальцами называют. Кто их вообще называет испанцами? Я, может быть, и говорился, но я не помню. По-моему, ну, по-моему, нет. Человек сам придумал какой-то факт. Типа, эй, а почему слоны зеленые? Никто не знает. И все такие, то вроде же нет. Ну, вы поняли. 13-12 счет. Здесь исключительно 5 юспов. И подпуш рампы точки А. Массовый выход. Должно здесь быть прикрытие. Джока даже немного не понял, куда ему вообще нужно стрелять. Но в конце ребята разрулили эту ситуацию. 13-13. И теперь любой команде для победы нужно взять 3 раунда подряд. Причем более подвижная экономика, как мне кажется, у хитов. Но опять же, соу экономически ограничены, потому что играют за сторону защиты. И даже после эко-раунда я видел, у них в арсенале МП-шку связано. Это, быть может, с тем, что нужно было стори дать АВП. И Джаст как бы пожертвовал собой. А, а, ну раз... Раз ютубер говорил, что они испанцы, ну вот это да. Не, они португальцы, друзья. Португалия это отдельная страна со своей историей, своим языком. Джока а, забирает португальца Джастом. Падает и в, ер, в дымы. Настолько сложно шла сторона атаки и ухит до сего момента, и до сколько они разогнали сейчас. Ну просто песня, просто сказка. 5 в 3. Момент на карте. Сидит Афра и просто вычисляет рап. Неужели Соу это отдадут? Ведь карту вертига они пикнули сами. Стори. Смотрит центр, попадает по эксесайсу знаете, ощущение, что Exercise ждал авик, делал широкий выпад, но просто застрял в текстуре и так, знаете, встал, как бы застрял прям в этом проеме и такой, ой, я умер, походу. Но ничего страшного, опять-таки, потому что база пуста, Джекс уже, по, по идее, ее вычисляет. Его туда подсадили, он сидит за деревяхой. Соу откровенно не угадывают. Может, они подумали, что... Почему они подумали, что это будет выход на вот это вопрос, который меня интересует. Потому что был фраг на центре, стартовые фраги на рампе А, но последние секунд 30, наверное, движа особо не было. Попадание есть по сторе. Они уже, наверное, делали... Они уже, наверное, занимали точку А с расчетом на сейв. Вот почему. Они либо угадывали бы направление сюда на Аплент, либо носили бы давайте в следующий раунд, потому что про экономику я говорил. И барабанная дробь. Команда Хит выходит вперед по счету. 14-13. У них 7900, 4200, 2850, и я бы сказал, что это те деньги, с которыми можно себе позволить пойти и выбить Мутириса, Стори, например, чтобы они не играли с этими девайсами следующий раунд. Потому что хиты в экономическом плане могли бы себе это позволить, но почему-то французы все-таки предпочли этого не делать. Наверное, чтобы сыграть наверняка, чтобы не было Ниндзя Дефуза или просто Дуэт Форусоу. Как-то так. Это матч на вылет? Да, это матч со статистикой 0. Побед 2 поражения. Третий тайм-аут для португальцев. Это Best of 3. И на каждой карте по 4 тайм-аута у каждой команды есть. Имеет много смысла. Использование этих пауз. Mm -hmm. А что же вы мне не написали в чате, что фэнтези тоже выиграли карту? 1-9. 1-9 проигрывали фэнтези и перекатали иллюминар на своем пике на карте DDS2. Представляете? 1-9. Бро, 1-9. А может быть еще и больше. Ну, это то, что я видел на сайте Hell TV. Фу, как некультурно. Человек пишет в чате. Моя мама замечательная женщина, между прочим, героиня. А ты такой пишешь. Эх, очень жаль, очень жаль. 14-13. Два Фамаса. И не так даже плохо выглядит этот бай, как могло бы показаться на первый взгляд. Смотрит в пикселек Афра. Смотрит за рукавом. Настреливает сюда на рукав. Афра ждет поджима со стороны рукава. Его простреливают. Про этот пиксель, по всей видимости, игроку команды Соу известно. Где-то на Калилье Вьера на минус 32. Где это было? Крок номер 7. Тоже на рампе. На экране он, скорее всего, пикал. А, не, вот как раз на рукаве. Он. Сорян. На экране лежит дым. Чтобы, наверное, как раз элемент пика предотвратить, нивелировать, так сказать. Афра все это время сидит с сайком, ждет поджима спины. Но если ты АВП в атаке на вертига с средним таймингом, наверное, у тебя не так много вариантов остается. То есть диапазон использования полезного использования АВП, полезные на него нагрузки, сильно ограничивается. Пошел двойной поджим со стороны рампы от защиты. Полетел отброс гранат. Фраг от Бади, он распечатывает рукав, но Роман и Вьерк прибивают двух своих противников, однако это не работает. Выпад от Джока 23-22 секунды, 2 в 2. На всякий случай Роман посматривает спину, на него выпадают Парна. он все-таки отъезжает. Надо было, наверное, отходить в глубину плента. И теперь вся надежда исключительно на Джаста, но он уже палится. У него в руках Фамас пытается стрелять, ну, не берстами, а очередями. Потому что, блин, Фамас это такой автомат, с которого очень сложно зажимать. Действительно, это непростая задача. Ты можешь терять там полсекунды на этом зажиме, тебя перестреливают. Но хиты, причем выигрывают, причем расстреливая всех своих противников и оставляя их в экономическом плане буквально на бабах, еще и берут 15 раунд на вражеском пике на карте Дэйвер Тига. Вот это хит. Вот это, конечно, молодцы. Решили, Соу, что проигрывать вот так просто они не хотят. Влетают вдвоем на центр. Exercise конечно, от такой наглости немного опешил. Но поделать уже ничего не может. Сидит Роман. Позиция тоже довольно открытая на рукаве. Скорее всего, килл, да, ну, должен был от него здесь быть, потому что Джексон наскакивал. Из-за этого стрельба там на секунду у него явно была в минусе относительно противника. И теперь Сол, наверное, будут закрываться. Катка еще не выиграна. Но и сейчас, и тем более к следующему раунду, хит экономика будет, и будет довольно серьезная. Выходит Афра. Он вычисляет план, пытается дать Эндри. Скорее всего, он его сейчас даст. Даст? Да! Попадает по Эвьеру. Странноватенький выбор точки. С другой стороны, он, наверное, не ожидал, что на него подобным образом будет выползать непосредственно АВП. Вот это сюрприз, да? Но, ну, правда, сюрприз. Я говорю, конечно, без сарказма. Дальше под флешку проходится рукав. Здесь Бади набросил идеальную светошумовую, под которую Джексу все, что нужно было, это навестись на модельку противника и выстрелить. 45 секунд. Под Афро залетает Молотов. Он, конечно, его тушит. Все три игрока соу на точке, но даже это ничего им не гарантирует. Важно, чтобы залетали фраги. Есть флешка. Ее доджит Мутирис. Отворачивается от второй. Пытается префать. У него 12 патронов в магазине. Что-то хитам перестает здесь нравиться, ведь Бади красный 18 хп. Вместо м э, вместо МПшки подбирается Кол. На рукаве Афро все еще ждет халявный килл подавик времени все меньше, 22 секунды, нужно принимать решение, гранат не осталось, только флешка у команды хит, где же противники, где же занятые позиции, еще один фраг от Афро. никуда не уходил Мутирис, ведь оттуда он уже делал свое убийство, дальше подключается Джока, падает хедшот, 8 секунд, ставится бомба, минус от Джаста, он в клатче, один против двоих, у него сотня хп Набрасывает дым, чтобы обезопасить себя от левой стороны. Но противники предпочитают играть вместе. Бади отходит подальше, скорее всего, займет сэндбокс. А вот Джокас... Нет, не идет Бади на сэндбокс. Просто играют вместе. Джаз зашивает дымы. Подставляется как раз-таки фуловый джока. Но Бади Джаз тоже переводится в 14 раунд. О боже мой. Джаст на счете 13-15 тащит клатч 1-3 для своей команды. И мы все еще будем здесь сидеть. Это не ГГ. Возможно, это допы. Вот это поворот. Но никак не мог ожидать игрок команды Хит что его фулового заберут в дымы. Это не читалось. Это невозможно. Другое дело, чего я действительно не понял, а так это того, что вообще хиты делали здесь в пленте. У них лежал дым, как мне показалось, поправьте, если я не прав, была возможность уйти за сэндбокс, уйти на рампу, просто ливнуть на ноже, например. И таким образом выиграть раунд почти наверняка. Клач был мертвейший. Я полностью согласен с ММХ в чате. И тем не менее, со справляются. Обожаю героический Counter-Strike. Обожаю героев. Джока. Он решил просто в соло распечатать точку Б. Но маны хватило только на один фраг. Дальше Мутирис Фамаса передает ему привет. Говорит, братан, тут Джаш только что такое потащил. Ты думал, ты думал, мы вдвоем подставимся на Б? И вот так просто отдадим тебе эту карту? Нет, этого не будет. Хиты пытаются найти слабое место на карте, отходят под рампу. Здесь сидит стори. Гранат катастрофически мало усол. Но на самом деле, вот для минуты, для тайминга минуты и для хорошего бая, у хит их тоже немного. У них остался один дым. Фрагает стори Афро очень спокойно. Хиты в шоке. Вот что им теперь делать? У них нет вообще никаких позиций. Там на рампу Б они могут выйти, но без гранат заходить туда сложно. Буквально один дым. На РМПА вообще закрыто там сидит Авик. Так еще непонятно, сколько там вместе с Авиком игроков. Посмотрите, что делают Соу. 4 в 3. Счет 14-15, никакого давления. Они чувствуют силу большинства и просто идут а, на сбор инфы. И теперь понимание относительно расположения хитов по карте есть. Эксосайса щелкают на центре. Сейчас Аверк приговорит двух Своих противников на рампе, которые даже не понимают, что вообще происходит Минус раз, минус два, это 15-15, это допы И абсолютно по делу, абсолютно по делу соус сюда попадают Супер красочно, супер эмоциональный Клач вытащил у нас Джаст Кулачки поехали от Матхинда Кулачки достаточно неуверенные Хиты, опытные ребята, как в общем-то Соу В этом их преимущество Но что тут можно сказать? коэффициенты от сайта GGB были равными. Где-то там 1.8 на 1.8, там что-то в таком духе. И игра тоже абсолютно равна. На карте до вертига 15-15, допчики. Повторы лучших моментов. Не знаю, будет ли здесь перерыв, честно, между сторонами. У, -у, -у. Люблю эмоциональный Counter-Strike. Вообще люблю КС. Здесь катка 02 Выигрываете ее. Выигрываете еще два что в три, попадаете на мейджор. Ясно, что шансов мало выпутаться из такой сетки, но главное, что они есть. Главное, что они сохраняются. Ладно, давайте-ка пока у нас здесь пауза, пойду я немного помолчу. Открою вам чат, чтобы вы что-нибудь поговорили. А дальше пойдем смотреть допчики. Спасибо, что остаетесь. На втором канале вместе со мной студии Майнкаст. Что же творится, что же происходит? Посмотрите на Матхинда, он уже чувствовал победу на карте Дейвер Тига, ведь в последнем для себя раунде, как казалось, при счете 15-13, хиты оставались в ситуации 3 против 1 на бомбе, но произошел Джаст. Он выиграл клатч 1 в 3, как вы могли догадаться по моему спичу. И теперь мы перемещаемся на территорию дополнительных раундов. Овертаймов, друзья. Рад, uh, счастлив всех вас приветствовать. Студия Майнкаст, Ленина Иви У микрофона Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Самые точные прогнозы в киберспорте. Ну и команда Хит. Идейный родничок которых явно подопустел. Особенно под занавес карты Девертига. Сейчас э, попытаются ну, показать, что они там придумали за время этой э, паузы. Я думаю, что в этот момент можно ведь общаться, правильно? То есть, ну, она идет 3 минуты, и, наверное, не сидят же игроки в АФК. Конечно же, разговаривать им можно. Набрасывается уже знакомый нам смачок на цемент. Вот команды атаки. Под него Соу движутся и подставляются прямиком под АВП. Пытается Вер дать размен, но не получилось. Ну и Соу не очень довольны таким решением. Хотя, странно, Афра, наверное, во всех последних раундах играл конкретно на рампе А. И было бы немного непоследовательно не ожидать этого от Соу. Другой вопрос. Посмотрите на Мутирис. Он прошел через центр. Контроль которого хиты оставили без внимания. Сейчас спокойно щелкнет игрока на рампе А. Вот этот фраг. Хотя мог его, кстати, не доконтролить. И теперь побежит в спину противника. Но теперь спина ожидаться будет. Хиты заходят на Б. Нашли здесь фраг по опорнику. 9-8 секунд до конца. Фейк! Это фейк? 5-4 все времени нет. Понял, это прекрасно игрок. Команды хит. Очень странные раунды. 15-16 счет. Я, честно, не обратил внимания на время, но не было уже никакого смысла эту бомбу не устанавливать. Надо было просто вгрызаться в нее зубами и ставить во что бы то ни стало, потому что только это могло спасти, по сути, раунд для хит. Но здесь они... Или я чего-то не понял, или они проявили далеко не максимум концентрации. Очень странно. Очень странно, пока все это выглядит. 16-15. Возможно, тот клатч, который взял Just 1 в 3, действительно, французскую команду прибил. 16-15. Опять отыгрыш на рампе. Соу, so, сколько уже Три раунда подряд берут, правильно? Два они выиграли вот на, там, с 13-15. Сейчас то же самое старты от хит хорошие. Вот, запускают бади. Дает он два фрага. Тут сгорел в своем молике или от хаешки, или что-то произошло. В общем, каким-то образом бади пошел откисать к следующему раунду. Но свою работу он уже выполнил. Дал два килла. Вот это реакция от Джока. Минусанул Джаста на базе Б. Здесь Тори. Окей, okay, в этом раунде хиты живы. Вообще 4 а, в 0 его забрали, 16-16. Явно нарастили темп, явно у них был план по использованию бади, здесь все хорошо. Жму руку хитам. Тогда молодцы, тогда хвалим. И единственное, я так и не понял, что произошло с бади. Почему-то нам э, повторщики не акцентировали на этом внимание. 16-16. Стори ждет центр. Хиты сюда еще не ходили, так что ожидать выпада через мидл было бы достаточно логично. С точки зрения Стори или любого другого игрока команды Soul. Здесь под флешку открытия нет, он промахивается. Где размен? Размена от Джекса нет. Попытался Вьер, понимая, что уйти ему уже не дадут, просто префнуть Джекса. Но снова-таки помните процент хедшотов, которые я озвучивал у Джекса? Когда-то он составлял... 70%. Здесь именно этот аспект его и спас. Джокка открывается под Б. Пока только со стороны лестницы. Думает, что засада какая-то здесь может быть. Или Афра подсадит свой тиммейт, или наоборот, да, подсаживается Афра, вычисляет, попытаются дать ему какой-то килл. Вопрос в том, ожидает ли хиты деревяшку. Позиция стандартная, но, черт возьми, сколько раундов, чемпионатов было проиграно из-за того, что эта позиция не проверялась. Сюда кладется молотов. контролить будем? Дали молотов и забыли? Нет, все спокойно. Вы заметили, как эффективно в последних раундах по головам попадает Джока? Вот в плане зажима у Джекса не пошло, 3 хп осталось у Мутириса, но это он лука момент. Хиты, понимаю, что на Б сейчас осталось 2 человека, на ноге бегут в сторону базы А, а вот Джока остается здесь же. Чтобы просто накормить Романа. Ну, он, понятное дело, рассчитывал, что килл от него будет почти наверняка. Кила не было. Падает треххиповый Мутирис. И Роман один против двоих. Что-то даже сказал своим тиммейтам. Может быть, сказал звук. Или типа, пожелайте мне удачи. Но... Рассчитывать, наверное, на взятие раунда. Здесь, ну, приходится. С божьей помощью, почему бы и нет. Алиса Роман сам, думает, что это будет сэндбокс. Понимает теперь, где первый и второй. Китов на руках нет. А это значит, что шансов ну, практически не осталось. Вы видите таймер. И вы сами, будучи умными людьми, оцениваете шансы на взятие этого раунда. 17-16. Хиты все-таки берут первую половину этих допов. И здесь бы как-то надо продолжить этот спич, но они просто в двух последних раундах были лучше. Да и в первом, по-хорошему, поставь они бомбу, чуть эффективнее отстреляйся. Могли бы получить вообще счет 18-15. Но не получилось. Теперь атака от Соу. В основное время, по-моему, они 8 раундов взяли. За эту сторону, Exercise пошел добить... Бу. ему даже дали сделать фраг. Все это под флешки реализовывалось. Килла Джекса. В... Подождите. Не, в один авик играли хиты. И это в один навику у Джекса. Необычное решение. Как правило, Джекс отыгрывает навики на втором. Афра, которого фокусили на рампе, а... Все-таки нашел свой фраг. Теперь и информация по карте у хит есть. И двукратное преимущество по живой силе. И сразу три игрока на точке В, на точке входа, которую избрали для себя Соу. Флешка качественная, но слишком много же... Постойте-ка, Роман сжигает Джекса, вешает хедбади, один в два. Это один в четыре клач на может быть, и 17-17. Представьте, каково будет хитам в этом случае. Хотя хаешка на него все-таки отправляется, 6 хп. С 6 хп явно немного не по шансам. Афра думает, что противник мог бы с Б-базы ускользнуть. Уже берет под свой контроль выход со стороны Респа. Все еще Роман ждет ошибки. Он надеется в своем уголке, что игрок Соу ну, пойдет просто проверять точку. Сделает выпад справа и можно будет дать ему хэт. Но время поджимает. Ставится бомба за высокий ящик, так чтобы не подставиться под рампу Б, которая уже могла быть занята, и Роман это знает. Дает молотов, чтобы хоть на какую-то секунду быть. Быть уверенным, что его с позиции девятки не пикнут. И теперь единственная проблема, что бомба-то стоит не по трампу Б. Помните? Джока дает фейк. Роман начинает немного нервничать. Однако делает ставку на то, что а, это фейк. И действительно, в этом плане он оказался прав. НТ Роман. Реально, это очень НТ-шный клатч. А, мог бы получиться. Попади по голове, понятно, что это непросто. Но ну, попади по голове Джока. И все было бы. Просто великолепно. Однако счет 18-16, два раунда подряд нужно брать соу лишь только для того, чтобы выйти на вторые допы. Я думаю, что им это по силам. Два раунда не такая уж большая дистанция. Другой вопрос. Что получается далеко не всегда. Особенно, знаете, эти, эмоци... эти эмоциональные качели. Когда тот твои тиммейты берут клатч один в 3, то почти берут, ты сидишь, ты переживаешь. Скажем так, эмоциональных сил могло бы просто не остаться. Битва за рампу. 4 в 4. Эвьер красный на 4 хп. Откидывают под него молотов. И хаешку. Под которой и взрывается Эвьер. Баня работает над смоком. Кстати, позиция на фраг может быть вполне эффективной. Хотя и по самому. Урон внесли, нашивает Мутирис Дымы. И только чудо спасает Бади. Чудо, которое позволяет ему извлечь свой фраг. Джока просто загоняет Джаста. Мутирис один против теперь уже двоих. Хотя оставался один в три. Джока он унес. И теперь Мутирис. Возможно, наиболее опытный из э, ныне играющих игроков португальской сцены. Остается в клатче на матчпоинте соперника. Возможно, НТ, возможно, нет. Мутирис потопал, сделал вид, что типа ушел. Exercise не очень охотно верит таким фейкам, потому что ну, какой профессиональный игрок будет топать, зная, что его слышит. Но проверить все-таки нужно. Поэтому exercise. Усевшись в кресле поудобнее, пошел на проверку центра, плюс б базы Мутирис действительно идет сюда шифтом. 27-23 статистика неплохая. Учитывая, что exercise заперся в мидле для Мутириса <къем>, возможность поставить бомбу в сайте будет. Ставит он ее за высокий ящик. То есть теперь возможности контролировать ее со стороны рампы очень сильно ограничены. Первая перестрелка с девяткой. Ага. Хотел нагнать интригу, но ее все же не будет. Несмотря на те клатчи, которые Сол тащили, несмотря на Джаста, который выиграл один против троих счет, все-таки 19-16. И вражеский пик, карту Девертига забирают хиты. С чем мы их и поздравляем. Все-таки, пусть и с небольшим отрывом, но фаворит в рамках этого матча вырывает победу на опыте на вражеском выборе. Было много красочных моментов. Матч был, ну, не матч, а карта довольно затяжной. Мне кажется, уже параллельные встречи могли стартануть. О, Южанцы ведут против бегов со счетом 6-2.